До Нового года остается меньше месяца. Самое время позаботиться о предстоящем празднике. По словам горожан, они начали готовиться к нему еще в ноябре. Подарки и не подарки, и думаем, где справлять и что делать будем. Отлично все, очень даже хорошо. Надеюсь, что у всех так же хорошо, как и у меня. А пока одни ломают голову над тем, что же подарить родным и близким, другие уже давно знают, что хотят получить. В подарок от Деда Мороза маленькая Полина ждет куклу. В этом году я себя хорошо вела и хочу получить свои подарки. Впрочем, подарки начинаются уже сейчас. В парке Толстого не протолкнуться. Гостей развлекают аниматоры, угощают сладкой ватой. Вокруг елки водят хороводы, поют песни, но она никак не загорается. Праздничные огни зазывают и взрослые, и, конечно, дети. До главного действа – считанные мгновения. Кажется, этого события ждали все, ведь Новый год – время, когда даже взрослые ненадолго становятся детьми. Химка, парк очень красивый и всегда радует нас своим освещением, своими декорациями, своей елочкой. Ну, скажите, здесь елка есть, дома когда будете ставить? А дома на выходных уже поставим. Мы рано любим, предвкушение Нового года – самое лучшее, что есть на свете. Елка в парке Толстого – лишь часть новогодних убранств. 1 декабря традиционно зажгли миллионы огней по всему городу. Гирлянды засверкали на объектах торговли, культуры, спорта, на фасадах жилых домов. Художественная подсветка засияла даже на башенных кранах. Город готов встречать праздник.